Кажется, что снег есть везде, в России, США и даже Сахаре, но только не у нас. А ведь уже январь, и самое время кататься на лыжах, коньках, сноуборде или просто санках. Евгения Копылова отправилась на поиски зимы. Вот что она обнаружила. Зимние забавы больше ждать не могут. Лыжные трассы вовсю надувают искусственный снег. И как только будет подходящая температура, работы продолжат. Подходящая температура не выше минус 3 градусов. И чем на улице холоднее, тем быстрее идет работа. Принцип прост. Мы берем воду из Даугавы и с помощью насосов высокого давления выталкиваем ее в воздух. Вода замерзает и превращается в снег. Это тот же снег, просто создан он искусственно. Покататься на лыжах можно будет уже совсем скоро, если не переменится погода. Очень сложно прогнозировать. Сейчас погода меняется. Мы думали, что этой ночью сможем дуть снег, но эту ночь уже пришлось пропустить из-за погоды. Этой ночью, похоже, получится поработать. Я надеюсь, что через 3 дня небольшой круг уже появится. В Риге лыжные трассы будут обустроены на Луце, в Салевымонте, Пурхтемсе и в парке Узворос. Большинство лыжных горок в стране собирались открыться уже в ближайшие дни. В метеослужбе говорят, что скоро к нам придет и обычный снег, не только искусственный. В середине недели на нашу территорию придет первые облака, которые принесет нам также снег. Ну и ожидается, что вот уже в эти дни, в среду, в четверг, земля постепенно уже будет покрыта снежным покровом на всей территории Латвии. Ну, есть вероятность, что где-то уже высота снежного покрова будет достигать даже 10 сантиметров. Кстати, сегодня ночью столбик термометра впервые опустится ниже отметки минус 10 градусов за эту зиму. Евгения Копылова, Анис Купчи, Латвийское телевидение.